Всем доброе утро! Сегодня я хочу попробовать с вами вместе попробовать задекорировать листья папоротника. Для этого нам понадобится листик папоротника, краска и кисточка. Берем кисточку. Мне нужен белый цвет, поэтому я взяла белую краску. И наносим на листья. Желательно от центра края красить листья. Такие листья нужны будут мне в дальнейшем для одного эксперимента, для декора. Я вам потом дальше покажу. Так, это покрасили. Попробуем несколько листочков. Вот я 3 листочка покрасила. Сейчас положим на окно, чтобы они быстрее подсохли. И покрасим также с обратной стороны. Итак, мы покрыли наши листики. Еще какой можно сделать нюанс. Смотрите, красим еще на раз краской белой. Они будут более белые. Красите столько, сколько вам нужно, чтобы какой вам нужен окончательный результат. Так. И для придания новогоднего эффекта берем обыкновенные блестки и посыпаем, пока краска не высохла. Вот у нас подсохла наша веточка. Смотрите, какая она получилась. И остальные все. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. До свидания.